Всем привет, с вами Мул. Вот на постоях интернета нашел интересную игрушку. Это бета-версия. 2000 years later. Версию игры вы можете видеть на своих экранах. Давайте запустим ее и сразу таблицу откроем. Так, давайте сразу скину прогресс. Окей, сосетовали. Так, как видим, у нас ничего не открыто. Активируем. Есть очень интересная функция. Это уровень нашего персонажа в меню выбора тим-лидера. Наводимся на персонажа, и он сразу становится у нас третьим уровнем. Даже те персонажи, которые заблокированы у нас. То бишь, выходим, заходим обратно и видим, что у нас все персонажи, но вот этих-то их нету, стали третьего уровня. Окей, давайте я возьму, не знаю, вот этого инженера, он мне понравился. Так, пробежимся быстренько по функциям. У нас есть скрипт базового адреса на структуру игрока и оружие, текущее выбранное, которое у вашего персонажа. Также функция бесконечного здоровья, бесконечные патроны, быстрый бег. Можете свое значение ставить. Окей, Survival Time — это таймер выживания. Вот снизу можете написать какое хотите значение. Давайте 115. Видим, значение времени поменялось. Также есть классная функция, которая позволяет моментально поднять ваш уровень при поднятии вот этого золота. Эти все скрипты работают не только на вас, а и на вашего напарника. Давайте бластер. Так, окей. Мы тогда, в принципе, до максимума улучшились. Можно поменять, чтобы у нас уровень не увеличивался. Так, есть функция Enemy Speed. Это увеличение скорости передвижения ваших врагов. Видимо, они к нам прям телепортируются. Также есть урон, который вы наносите противникам. Range — это дистанция, и Rapid Fire — быстрая стрельба. Так, давайте скорость поменяю на троечку. Давайте, не знаю, медика давайте возьмем.
Ну, если что, тут режим стрельбы можно поменять. Ну, вот здесь вот эта настройка Auto Fire. Да, не помню, вот так, по-моему. И Auto Fire тоже. Ну вот, и можно самому бегать и стрелять. Вот, только я не помню, как умение использовать. Или они как-то автоматом используются. Ну ладно. А, давайте охотницу. Но все равно не поменялось. Ага, тут окей. Он вел. Ну вот такая таблица получилась. Ссылочка на игру будет в описании к таблице. Также ссылка на видео и ссылка на форум. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо. Всем пока.